Так, только что записал обзор на короткую программу, так что всем бегом смотреть на Boosty. Ну, сегодня, видимо, на катке какие-то серьезные проблемы с интернетом, хотя они уже давно, уже который день, и никак ничего не исправят. Вот эти зависания, они уже заколебали. И в итоге удалось посмотреть только 2,5 разминки. То есть это первая разминка, половина второй разминки и четвертая разминка последняя. А все остальное ушло в черную дыру. Многие сегодня старались в презентации, причем смотрелось довольно убедительно, потому что обычно бывает, ну совсем не веришь, а здесь как-то уже близко к тому, что нужно. Ну а самый яркий прокат сегодня был у Риты Ручиной, особенно ее скольжение. Вот она делает дорожку, это настолько глубокие ребра, настолько прям утонуть в них можно. Единственное, конечно, мешает пока что хореография. Сам корпус немножко выбивается. И все вот эти движения, они словно как кочки, нарушают гармонию самого катания. Только она начинает погружаться в эту глубину, утопать в ней, как снова какая-то кочка. Ну а полный обзор на все прокаты на Boosty, так что бегом все смотреть там.